Сегодня начальник ГИБДД пригласил байкеров на беседу. Повод серьезный. Несмотря на позднюю весну, среди водителей двухколесных уже есть погибшие и пострадавшие. А сезон даже не открыт. Михаил Киселев призвал мотоциклистов поговорить с начинающими байкерами, объяснить им, как нужно вести себя на дороге. Как показывает опыт и практика, именно вот в таких дорожно-транспортных происшествиях погибают те люди, которые, ну, либо впервые, либо, может быть, второй сезон всего садятся за руль мотоцикла. То есть я думаю, что этими людьми, наверное, движет, ну, какая-то, может быть, сила, значит, скорости, жажда скорости. Кроме аварийности, есть еще одна проблема. Каждое лето ГИБДД заваливают жалобами жителей центральных улиц города. Они недовольны шумом, который создают байкеры. Поэтому руководство госавтоинспекции попросило мотоциклистов учитывать интересы других людей.